Монако на Черном море, Сент-Тропе болгарского побережья. Так называют город Суперглаз и его яхтенный порт Марина Дыновиль. Ухоженная набережная с пальмами, яхты, покачивающиеся на воде, люксовые бутики и популярные рестораны. В летние месяцы город превращается в эпицентр не только курортной, но и культурной жизни. Еще здесь есть своя аллея славы. В начале аллеи находятся бронзовые барельефы национальных болгарских героев. Совсем недавно коллекция выдающихся личностей пополнилась барельефом Алексея Церетели. Благодаря своим проектам компания Dynavi Group способствовала не только развитию туризма в Болгарии, но и положительным изменениям в облике черноморских курортов. Яхт-клуб «Марина Дынови» в 2005 году выиграл одну из самых престижных наград «Bentley Awards» за лучший проект яхтенного порта.